Краснодарский край на первенстве страны представляли 9 спортсменов из Краснодара, Сочи и Белореченска. Сборная команда Кубани выступала в разделе джиу-джитсу «Неваза», где целью поединка является досрочная победа над противником за счет применения болевых приемов. Ученица 6-й сочинской школы Мария Авдеева в возрастной группе до 18 лет в весе 63 килограмма завоевала серебряную медаль. Сочинец Роберт Габуев, учащийся 7-й школы, занял 5-е место. Тренирует ребят главный тренер города Сочи по этому виду единоборств, мастер спорта России Ольга Авдеева. Во второй день первенства России по джиу-джитсу, которое 7-й год подряд проходит в Конаково, отличился сочинец Егор Тернов, студент поликультурного колледжа. В своей возрастной группе Егор стал сильнейшим и занял первую ступень пьедестала, благодаря чему был удостоен звания мастер спорта России по джиу-джитсу. По итогам всероссийских соревнований Мария Авдеева и Егор Тернов примут участие в первенстве мира по джиу-джитсу в марте в Абу-Даби. Этот вид спорта, который считается одним из древнейших японских боевых искусств, для Сочи новый. Но благодаря высоким достижениям сочинских спортсменов в городе принято решение открыть отделение джиу-джитсу. Хорошо, что на базе самбо, на базе дзюдо мы можем развивать новый вид спорта. Очень надеемся, что с сентября месяца он войдет в наши спортивные школы, и мы будем достигать высочайших результатов. Впереди у этого вида спорта большое будущее. Наверняка он станет олимпийским видом спорта. Значит, и у нас будут победы.